Проходим. Присаживаемся. Удобно? Теперь мы сейчас ложимся на спину. Спину все равно. Я не спросил, время надо говорить? А, можно за 20 минут и за 5 минут окончания. Спасибо. Приятного комфортно.
в самочувствие. Давай сейчас присаживаемся. Теперь аккуратно переворачиваемся. Все хорошо. Как самочувствуешь? Венчики оставить или можешь полотенчик смочить холодненькой водой? Можно полотенчик, можно полотенчик. Все хорошо. Thank you.
как сна чувствую. Отлично. Ну что, да? Хорошо. Теперь твоя любимая.
Хорошо. Отлично. А голова не болит, не кружится? Нет, это все отлично. Я не пью вообще. Thank you.
Как самочувствие? Отлично. Супер. Прогрелась? Да. Полностью. Готовы присаживаться? Да. Все как бывает. Я дезориентирована. Thank you.
наши судьи, уважаемые гости. Мое выступление окончено. А, к сожалению, мало времени, вот еще бы, если бы... У вас еще 4 минуты. А, еще 4 минуты? Да. Еще в такой сале. Надеюсь, я ничего не испортил. Нет, нет. Тогда хотелось бы чуть-чуть прямо рассказать, постараюсь прямо вкратце. Есть крем для глубокого увлажнения. Чем хорош это обертывание? Его не нужно смывать, оно практически полностью впитывается. Просто по зонам открывается. Сейчас, конечно, оно еще не успело впитаться, оно впитывается где-то минут 15-20. Но легкими массажными движениями мы просто втираем остатки. Конечно, предварительно гость должен был сходить в душ, то есть после парной попил чай, отдохнул, в душ, чтобы смыть остатки веники, пота. И крема тоже можно совсем немножко. Он у нас не идет. Наносим немножко крема. Все движения стараемся делать снизу. Ногу приподнять и постепенно пленку начинать вытаскивать из-под горсти. После чего закрывается зона проработанная и переходится дальше. Также гость переворачивается и наносится на заднюю поверхность. Теперь, я думаю, на этом можно выступление закончить.